самом центре столицы Казахстана готовится к открытию филиала Пекинского университета языка и культуры. Именно в этом вузе президент страны Касым Жомарт Токаев изучал китайский язык. Глава нашего государства 40 лет назад обучался в этом университете, дает нам не только большой импульс, мы расцениваем это для нас как хороший знак, мостик дружбы между нашими народами, между нашей молодежью, которая будет закладывать этот филиал. Официальное открытие нового учебного заведения состоится в сентябре, а набор первых студентов стартует в августе. Заявки на поступление в вуз будут принимать от абитуриентов как из Казахстана, так и из других стран Центральной Азии. Главное – желание научиться говорить по-китайски.